сегодняшний момент песня «Ничего не говори» разлетелась просто. Какая-то новая волна популярности. В ТикТоке все записывают под нее какие-то видео. Что вы думаете по этому поводу? И вы как-то разрешали ли использовать вашу песню? Да сейчас очень странно то, что они ни у кого разрешения никто не спрашивает. Хотя вроде как бы и авторское право вроде бы должно бы работать. Но я так понимаю, что, может быть, автор РАО собирает что-нибудь. Я, конечно, разрешение давал там немногим поиспользовать мою песню «Ничего не говори».